Друзья, всем привет! Если вы внимательно смотрите наши ролики и следите за творчеством компании Track Garage, то наверняка помните проект Алиса по строительству машины по мотивам нашей легендарной победы ГАЗ-М20. Это не реставрация, это абсолютно новый кастомный автомобиль с кузовом от победы, ну конечно с видоизмененным. Чуть позже появился клон Алисы, это уже был проект под названием Flash. И вот спустя 8 месяцев проект Flash получил свое дальнейшее развитие, можно сказать, дополнение. Машина была готова в январе месяце, сразу после новогодних праздников, но показываем мы ее только сейчас. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world From Russia with